И всем привет, вы на канале Корка 12, и сегодня я вам расскажу о фишках айфона, о которых вы наверняка не знали или знали. Погнали! Очень важной функцией телефона это то, что с помощью него можно переписываться с друзьями и так далее. Но наверняка вы часто просто промазываете по кнопке и пишете другое слово или слово с ошибкой. Чтобы исправить эту ошибку, можно просто нажать на экран айфона, но только чуть-чуть сильнее, чем обычно. И тогда появится своеобразный тачпад, и с ним вы сможете без проблем передвигаться по тексту. Но чтобы этот тачпад пропал, вам просто нужно отпустить. И все. Второе. А вы знали, что на телефоне также можно копировать и вставлять? Ну так вот, если не знали, то можно. Чтобы копировать, вам нужно просто два раза нажать на текст, который вы хотите скопировать, и у вас появится такое выделение. Вы там сами его регулируете, как вам надо, и там будет кнопка, если у вас стоит на русском языке, то скопировать, если на английском, то копи. Ну а когда вам надо этот текст вставить, то вам нужно будет один раз нажать на текст, и у вас появятся разные кнопки. В одной из этих кнопок появится «Вставить» или же «Paste». Если у вас в телефоне очень много разных папок, и вы хотите найти приложение, в которое очень долгое время не заходили и уже забыли, где оно находится, то вы можете спросить об этом приложении либо у Siri, если оно у вас есть, или же вы можете зайти в вашу самую последнюю вкладку, опять свайпнуть направо, и у вас появятся разные приложения и поисковик. Или же в iOS 14 вот эти вот... Шорткат или... Ну, что-то такое, короче. И в нем вы можете забить название этого приложения и использовать его. Ну, наверное, большинство знает про эту фишку, но есть люди, которые не знают об этой фишке. С помощью нее можно включать телефон, не заходя в настройки. Для этого нужно просто нажать на кнопку включения или выключения, и ждать до того момента, пока там не появится такая штука, и там нужно будет подтвердить, что ты хочешь его выключить. Эту фишку тоже наверняка почти все знают, но все равно. Чтобы напечатать на вашем телефоне «Ё» или твердый знак, вам нужно зажать букву «Ё» или же мягкий знак, и у вас сверху этой буквы появится буква «Ё». И потом вам просто нужно будет, не отжимая от экрана палец, дотянуться до нее, и все, «Ё» напечатается. Думаю, это видео подошло к концу. Я надеюсь, оно было полезным и интересным для вас. Если у вас есть какие-то пожелания или что-то такое, то пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока. Интересный факт. Это видео я редактировал больше всего на этом канале. Да. То есть это... По строкам это самое долгое видео получилось.